Добрый день, дорогие друзья. Если вы задумываетесь о том, что надо поймать еще жары и приехать к нам на отдых в поселок Витязево, я вам предлагаю сегодня посмотреть на обзоре семейный отель «Горгипия». Здесь есть номера с великолепными видами, а также домики под ключ, в которых можете приехать отдыхать. Имеется парковка, которая входит в стоимость до пляжа. Здесь 300 метров, 500, если дойти до воды. У них есть свой собственный пляж. Также включено питание «Шведский стол». Обо всем подробнее смотрите в нашем видеосюжете. Не забывайте. Всем привет, Черноморский, с вами Юрий Азаровский. Паралия, дорогие друзья, и сам семейный отель «Горгипия». Ну, то есть красота, мы потом в конце сходим с вами на море, сейчас пошли знакомиться с территорией. По фасаду имеется здесь очень интересное место, грин-бар, которое называется, ну а внутри сейчас все сами увидите. Мы попадаем с вами на ресепшн. Здесь работает кондиционер. Вверх у нас идет такая вот великолепная лестница. Добрый день, меня зовут Мария, администратор отеля. Добро пожаловать. Ресепшн здесь прям очень классно. Заходишь после жары, сразу чувствуется работа кондиционера. То есть ваши дети, близкие могут посидеть, пока вы проходите оформление. Также имеется телевизор, можно посмотреть мультики. И обратите внимание на вот эту красоту, ребята. На второй этаж вот такая вот великолепная мраморная, что ли, лестница ведет. И оформление здесь просто вау, эффект вызывает. Далее мы выходим во двор. Сердцем этого отеля является вот этот великолепный бассейн. Просто обратите внимание, какой он красивый. Есть детская зона, взрослая зона. Здесь всего лишь 30 номеров, а поместится сюда, наверное, все 100. Очень большая территория. Вокруг бассейна стоят лежаки. Здесь очень много солнца. Можно загорать в перерывах между тем, как вы будете ходить на пляж. Имеется тропический душ и многомойка при входе в бассейн, чтобы сполоснулись. В левую сторону у нас находится шведский стол, раздача. Также вокруг бассейна имеются домики под ключ, которые мы с вами тоже посмотрим. Если вы любители жарить шашлычок, у вас есть вот такой великолепный мангал, мутите свой уголь мяса, жарите в удовольствие. Действительно, редко встретишь там какие-то гостиницы, отели с такой большущей территорией, именно солнечной, то ради чего вы сюда приезжаете, чтобы загорать и загорать. Везде возле домиков идет своя собственная жизнь. Номеров здесь сейчас даже не смотря на то, что сегодня 3 сентября, не так уж и много свободных, мы дошли до детской площадки. Здесь есть батут и есть место, где посидеть родителям, а также позаниматься активностями детям. Я считаю, что комплекс очень классный, сделан великолепно, так что спокойно сможете отдыхать вместе со своими детьми. Мы выходим с территории отеля. С задней стороны здесь находится парковочная зона. То есть вы спокойно поставили машины, доплачивать вам за это не надо, все уже входит в стоимость. Территория здесь полностью закрытая, то есть вы можете спокойно отправить своих детей на прогулку, и с ними ничего не случится. Сейчас мы с вами пройдем на шведскую линию, посмотрим, чем тут кормят людей. Сам бассейн имеет размеры 15 на 10 и 5 диаметров вот этого круга. То есть таких бассейнов я вообще, в принципе, не встречал нигде у нас в отелях. Если вы где-то знаете такие огромные, напишите об этом в комментариях. Бассейн здесь действительно сердце, которое будет вас обнимать и давать вам возможность дополнительного отдыха. Мы добрались с вами до шведского стола. Можете видеть график его работы. И заходим, посмотрим, что здесь можно покушать, сесть за столы. Все люди, которые выбрали себе проживание в отеле, будут, я думаю, довольны. Есть компот, виноград, яблоко, вишня, есть водичка. Все это прохладное. Также имеется термоход проточный. Тоже очень классная тема. Работает кофемашина и есть набор разнообразных чаев. То есть не самых дешевых, а Greenfield, Тест. Теперь посмотрим саму раздачу. Что у нас есть? Это зелень, овощи нарезанные свежие. Также есть салаты, разнообразные соленья, включая грибы, баклажаны, морковку по-корейски. Есть два вида колбасы, два вида сыра, соленые огурчики, острый перчик тоже нарезанный, разные соусы. Причем разнообразные, какие вам только захочется. Сырный суп, это на первое блюдо, солянка. Также бульон куриный, к нему можно добавить сухарики и отдельно сделать себе яичко. Есть картофель по-деревенски, курица запеченная, финита по-китайски, рыбка в кляре, болоньезе. Также имеются макароны и булгур. Далее вы можете для детей выбрать сухие завтраки. Ну, если они вас любят, то есть они представлены здесь в ассортименте. Также есть изюм, два вида хлеба и фрукты. Имеется также своя выпечка. Всю неделю питание разное. Есть основные блюда, допустим, макароны, котлета и бульон, которые остаются постоянно. Все остальные полностью идут под замену, чтобы вам было вкусно и не приедалась еда. Сейчас мы с вами находимся на втором этаже и посмотрим двухместный стандарт. При входе с левой стороны
имеется место для хранения, также куда повесить ваши вещи. И зеркало. Полотенце, тапочки. Вниз можно засунуть чемоданы, либо обувь. С правой стороны у нас вход в санузел. Вот в таком формате. Очень красиво смотрится. Под отель сделан. Дверки, зашли, купайтесь. Есть тазик, есть раковина, мыльные принадлежности, а также зеркало и фен. С правой стороны у нас находится унитаз и мусорка. Сам номер у нас рассчитан на двух человек. С правой стороны здесь двухспальная ложе, даже кровать, он не поворачивается язык это назвать, потому что на высоких пуфиках будет удобно, классно спать. Прикроватные тумбочки по бокам, бра и сплит-система. Не дует вас, дует в стену. Все как надо по фен-шую. Есть телевизор, зеркало для будуарного столика, который здесь стоит. Внутри находится холодильник, а также чайник и набор посуды, который нужен для отдыха. В номере имеется свой балкон. Выход на балкон легко и просто. Стекла затонированы, чтобы меньше солнца вам проливало номер. С правой стороны стол, два стула. Очень красивое обрамление балкона с балясинками. Все это сделано в таком вот великолепном камне. Есть место, где посушить ваши вещи. И в этом номере у нас вид на бассейн. Бассейн сверху смотрится, ну, невероятно красиво. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы об этом обязательно напишите в комментариях. Сразу хочется услышать, хотели бы вы сюда приехать на отдых или нет. Вот вообще центральная часть Паралии и такая красота. Сейчас этот номер на двоих с питанием можно снять за 7200 рублей. Если вас интересуют дополнительные опции, смотрите более подробно на сайте отеля. На этаже имеется гладильная доска с утюгом. Смотрим с вами номер 207. Это более большой площадью номер. Называется он семейный. Размещением до 4 человек. С левой стороны у нас прихожая. Есть место, куда повесить ваши вещи. Также тапочки, полотенце, зеркало. Наполнение шкафа выглядит вот так. С правой стороны от входа находится санузел. То есть очень широкий коридор. То есть места в этом номере просто предостаточно. Наполнение. Ведро, унитаз. Такая же красивая душевая зона. Обрамлена стеклами. Есть зеркало, фен, мыльные принадлежности и раковина. С левой стороны у нас есть стол. В нем находится холодильник, чайная станция с набором посуды, зеркало, телевизор. Здесь у нас имеется раскладывающийся евродиван. Если вдруг у вас дети, вы приезжаете разнополые, вам доставят, допустим, евро-раскладушку, чтобы они спокойно спали, друг другу не мешали. С правой стороны родительская кровать, сзади нее изголовье, бра, сплит-система, две прикроватные тумбочки. Выходим на балкон, друзья. Здесь он является прям жемчужиной этого номера, так как он выходит у нас на Паралии. С правой стороны у нас стол, два стула. С левой стороны место, где посушить ваши вещи. И отсюда вы можете смотреть, что происходит на самой Паралии. И отсюда мы даже видим море. Вот такая красота, дорогие друзья. Это вот для тех, кто любит прям вот эту движуху, все дела прям рядом с вами. Этот номер будет просто незаменим. Стоимость этого номера полной загрузкой, то есть вчетвером вы приедете, с питанием будет 12 400 рублей. Если у вас приедет меньше человек, все уточняйте на сайте, чтобы я не бегал по этим ценам. Номер 215. Хочется отметить, что даже в коридорах стоят сплит-системы, чтобы вам было здесь комфортно находиться. Заходим, смотрим. Этот номер тоже очень большой, но размещение здесь рассчитано до 3 человек. С левой стороны мы видим место для хранения, а также прихожая. Наполнение шкафа вот такое. С правой стороны у нас находится санузел. Они все идентичны, то есть наполнение одинаковое. Душевые мне здесь прям очень понравились. Раковина, зеркало, фен, мыльные принадлежности. С левой стороны у нас зеркало, чайная станция и холодильник в столе. Отличается он от предыдущего номера тем, что здесь односпальное евро-кресло. С правой стороны у нас большущая родительская кровать, сзади которой имеется бра и сплит-система. Отличительная особенность этой гостиницы является то, что везде у нас с вами, друзья, на втором этаже имеется балкон. Балконы везде с шикарными видами. Выходим, смотрим на бассейн, красивые балясинки, наполнение, стол, два стула и место, где можно подсушить ваши вещи. Здесь мы вообще можем выйти сюда на угол и осматривать нашу любимую Паралию. Если вы заедете сюда отдыхать втроем, то 9800 с питанием стоимость этого номера. Вокруг бассейна, как вы заметили, здесь есть такие вот коттеджи. Мы сейчас с вами посмотрим один из них, который рассчитан на 4 человек. Здесь большим плюсом является, что они деревянные, то есть экологично, приятно здесь находиться. В таком формате они вас ждут для отдыха. С левой стороны здесь у нас прихожая, куда повесить ваши вещи. Есть два полотенца и тапочки. Есть шкаф. Наполнение шкафа выглядит вот так. Это вторая сторона. Здесь у нас огромное зеркало во весь рост. И поворачиваем направо. Здесь стол, который можно передвигать по номеру. Есть также стационарный с пуфиком, чайной станции, зеркалом. В столе у нас имеется холодильник.
телевизор. Также есть двухспальный диван, раскладывающийся, и родительская кровать, оформленная великолепным изголовьем, и две прикроватные тумбочки с бра и сплит-системы. С левой стороны в этом углу у нас находится санузел. Санузел здесь тоже очень красивый, сделан добротно. Можете увидеть, что здесь есть унитаз, душевая кабина, есть раковина с полочками, также имеется зеркало и фен. Мыльные принадлежности присутствуют. Снять этот номер на четверых сейчас можно за 14 400 с питанием. Друзья, мы сейчас с вами посмотрим самый большой здесь номер. Он 60 квадратов, трехкомнатный. Рассчитан на 6 человек. Имеется свой стол, место, где посушить свои вещи. И заходим вовнутрь. Нас встречает такая огромная просто комната, отделенная вот такой вот стенкой интересной. С правой стороны у нас прихожая. Здесь набор полотенец, тапочки, место, куда повесить ваши вещи. С левой стороны есть набор посуды для вас, для всех. И здесь разложенный диван. Сверху имеется своя сплит-система. Есть стол переносной, чайник, пуфик, телевизор. Наполнение шкафа с одной стороны выглядит вот так. И с другой стороны вот так. Здесь комфортно у нас разместиться 2 человека. Идем дальше. Давайте будем обзор делать против часовой стрелки. Заходим. Еще одна спальня, двухспальная кровать. Есть две прикроватные тумбочки, бра, картина, сплит-система, окно. Также имеется стол, пуфик, телевизор. В столе стандартно холодильник. Сам номер по себе очень большой и просторный. Идем дальше. С левой стороны огромнейшее зеркало. И сюда направо находится очень большой санузел. Для тех, кто любит большие пространства, либо сам по себе крупный, этот номер будет великолепен. Мыльные принадлежности, есть раковина, место для хранения под ней, фен, зеркало, унитаз и огромная душевая с тазиком. Напротив этой спальни у нас еще одна в левую сторону. Она тоже очень большая, просторная. Здесь двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, бра, сплит-система. Очень красивая картина, я даже остановился на нее, посмотрел, сделал художник. Имеется стол, пуфик, телевизор и здесь такое большое окно. Холодильник в столе присутствует. Если вы сегодня приедете отдыхать сюда вшестером, то стоимость этого номера будет для вас 19 тысяч с питанием. Протестируем шведский стол, я взял всего немножечко. Попробуем, как оно будет на вкус. Кофе, я могу сказать, вообще отлично. Я уже третий стакан пью, действует на меня великолепно, иначе бы я уснул. Съедено было все полностью. Осталось допить только кофе, но кофе надо еще что-нибудь сладенькое взять. Там было. Ну, смотрите, что я себе набрал. Арбузик красивый, эклерчик и по виду вот такая вот булочка. Здравствуйте, как вас зовут? Вячеслав. Откуда вы к нам приехали? Смоленск. Как вам вообще отдыхается в отеле «Гордипия»? Отлично. У вас где номер находится? Второй этаж. Второй этаж с видом сюда или на Парле? Сюда. Сюда, то есть вы наслаждаетесь видами на бассейн? Да. Как вам вообще питание? Отличное питание, разнообразное, вкусное. То есть вы довольны? Все довольны. На пляж сколько ходите? Минут 5. Пляжем довольны? Свой пляж у нас там, довольны. То есть все нравится? Да, все хорошо. Это самое главное. Ну, я рад, что у вас так все хорошо складывается. Вообще, в целом, кому-нибудь, может, привет хотите передать? Хочу передать своей маме, Кострому, брату Николаю и Леониду. Братьям привет. А я хочу еще Ольге передать привет. Она, к сожалению, меня не дождалась, пока я там наедался на шведской линии. Прям очень все вкусно. Мне понравилось. В конце выпечка зашла с фруктами, с арбузиком. Великолепно. Поэтому я понимаю вас, почему вы так улыбаетесь. У вас все хорошо. Всего самого лучшего, прекрасно. Спасибо. Отзыв мы взяли, все посмотрели, рассказали вам. А теперь мы отправляемся, друзья, на пляж. Как и было заявлено, 300 метров нам надо пройти, чтобы добраться непосредственно до моря. И помашите, это же наши люди, ребята. Загорелые, довольные, уезжают уже домой. Не хочем. Не хочем. Вот так и надо. Оставайтесь, если что. Вернемся. Дай бог. Развлечений у нас на Парле просто предостаточно. Также у нас в этом году появились пальмы. И в еще больших местах появились новые зоны отдыха, где можно посидеть, особенно по вечерам. Здесь место красоты. Советую, можно прийти постричься. Я там все лето поправляю себе прическу. Нам осталось по прямой совсем чуть-чуть уже отсюда. Мы можем даже, если побольше подняться, разглядеть пляж. Обожаю вот фонтанчики, они работают в этом году. Также у нас есть такие элементы благоустройства, слоники среди пальм. Смотрится очень красиво. И еще один фонтан. В этом году, несмотря на то, что уже сентябрь, фонтаны у нас работают, привлекая наших дорогих отдыхающих. Говорят, что людей вроде как стало меньше, но по факту я вижу, что людей еще много.
День добрый, хорошая работа. Счастливые, довольные люди, потому что сегодня не так жарко, солнышко за облаками, но хочу вам сказать, что даже через это солнце можно сгореть. Будьте аккуратны. Хотите морепродуктов? Пожалуйста. Выпечка есть, специи тоже присутствуют. Огромное количество всяких игрушек, сувениров тоже здесь есть. Посмотрите, какие гуси, обнимуси. Самое главное, всегда напоминаю, уточняйте стоимость любого процедуры, которую заказываете. Сразу договоритесь о конечной, и можно оплатить, а потом уже приступать к действиям, чтобы потом вас не разочароваться. Смотрим, фрукты, овощи. Доходим до арочки, которая уже граничит с пляжем. Как и говорилось, до сюда 300 метров от отеля. Дошли очень быстро. Далее по настилу мы двигаемся в сторону пирса, и там будем поворачивать непосредственно к пляжу. Здесь есть возможность сэкономить, но лучше всего, чтобы вы не заблудились, покажем вам прямую дорогу. Здесь также есть и разнообразные бары, в которых можно посидеть, поесть вкусно и отдохнуть. Также и прохладительные напитки с разнообразными закусками. Хотя, в принципе, когда вы приезжаете на Лонг-Клюзев, вам уже ничего особо и не захочется. Ну, если только чем-то себя побаловать. Вон тот самый центральный пляж, друзья, Витязева. Сейчас мы доходим до навесов и поворачиваем налево. Идем к нашему пляжу. На любую дорожку поворачиваем и постепенно проходим. Нам надо дойти до второй точки проката. Меня зовут Марина. Я из Санкт-Петербурга. Все супер. Спасибо. Отдых супер, море супер. Юра лучший. Всего хорошего, до свидания, спасибо. Мы находимся сейчас на пляже, от пирса он находится влево 200 метров. У них есть свой спасатель, своя медсестра, свой душ, туалет. И перед морем все это расположено. То есть вы будете приходить, и вам уже не надо будет искать свои там лежаки, где-то брать, сдавать в аренду. Пришли, у вас all inclusive в этом плане, и отдыхаете полностью. Пойдемте посмотрим, что здесь происходит на море. Как хорошо смотреть на людей, которые находятся сейчас на отдыхе. Их у нас уже стало уже поменьше. Но все равно отдых продолжается, ведь это лето, солнце, жара. Приезжайте к нам, дорогие друзья. Здесь есть пункт проката. Я с него, скорее всего, полечу на парасейлинг буквально завтра. И потом вам тоже видео запишу. Температура воздуха, друзья, сегодня под тучками просто великолепная. Небольшой ветерок продувает. Здесь у нас он, по крайней мере, небольшой. Если брать там в лиманах, сегодня можно кататься, но я, к большому сожалению, не успеваю туда добраться. 30 градусов тепла. Морешко у нас классное, великолепненькое. Сейчас замерим температуру, я вам обо всем расскажу. Люди купаются, и самое главное, что получают максимальное количество наслаждения от этого. Потому что выходишь, нету такой прям духоты жары. И это у нас называется, друзья, сезон бархатный, на который я вас всех, собственно, и приглашаю от души. Наши подписчики тоже пошли, нам лайк поставили дистанционные. Ну и смотрим на море. Температура воды 27,3. Не меняется. Дорогие друзья, вся нужная вам информация находится под видео, в названии видео. Звоните напрямую, уточняйте все моменты, которые вас интересуют. И для вас еще немножечко центрального пляжа, как он выглядит. Видите, что людей уже не так уж и много. Все поразъезжались. Все-таки завтра детям в школу.